Любовь все покрывает, всему верит и всегда надеется, и все переносит. Доверие, к сожалению, редкость в современном обществе, и сейчас его так легко не получишь. Все люди могут врать, но согласитесь, что когда с человеком построены тесные взаимоотношения, то есть полное желание ему доверять. Это не значит быть слабым, ведь чтобы доверять, нужно принять реальное решение. Любовь, кроме разных чувств, это решение. В любом случае, наши близкие – это те, которым мы доверяем в первую очередь. А что говорить о влюбленности? В моменты этого чувства нам по умолчанию хочется верить нашему избраннику. Доверие порождает сплоченность, а когда у тебя есть поддержка, то обязательно будут хорошие победы. Как ни крути, но человеку плохо быть одному. И об этом в следующем видео.